В столице Татарстана сегодня большое торжество по случаю православного праздника. В день обретения Казанской иконы Богородицы патриарх Московский и всея Руси совершил молебен и заложил символический камень в основание храма, который построят на месте разрушенного в советские годы. Собор возведут там, где, согласно преданию, и явилась икона, которую верующие особо почитают уже несколько столетий. По легенде, именно образ Казанской Божьей Матери, принесенный в Москву, помог освободить город от интервентов в 17 веке. А в тяжелые годы Великой Отечественной самолет с Казанской иконы трижды облетал столицу. С ней же молились за освобождение блокадного Ленинграда. Сегодня в торжествах в Казани приняли участие более 1000 верующих.